Вик, на последней фазе сложно будет. Будешь почти в соло хилить. Я там буду помогать. А там все щитки собьются, а я буду бесполезным. Ну да, буду кидать там помы всякие, обновления. На Эмпориен. О, сейчас вот здесь приходит то, что мы приняли КД все, а сейчас тупо сервер ляжет на 2 часа. Короче, резко вот мы шли, что-то час 12 там посидели, и потом, когда сказали типа спекайся в танка, я спекнулся и остановил запись и запустил новую запись. И потом нажал на паузу, и ничего не записывалось, короче. Ну, бывает. Получилось так, что нету записи, как я танчил тьму, но есть, к счастью, много других записей, наверное, их 1000 или 2000, может быть и 10 тысяч, как я танчил во тьме со всех танков Халиона. Это все есть на канале. Открываешь и смотришь на этом сервере, как поставьте ГБ, как я смотрю на лезвие, как я смотрю на шарики, как я двигаюсь. Это несложно взять и посмотреть. Типа первый трай записан, ты нормально все сделала, все было четко, но потом то ли на третьей фазе, то ли до третьей фазы ты почему-то встала в лезвие и сдохла. Потому что в первом трае оно типа идеально так появлялось прям. Блядь, не хочется ругаться. Можешь ругаться. Ну это пофиг. Пиздец, это такая тупость, нахуй, я хуй знаю. Шарп добычи у меня. Сейчас раздам. Там два шара соединяются прямой линией. Рейд ромбу за сопротами, не тупим. Блин, я не знаю, я хочу без сопрота попробовать вообще его, честно говоря. Потому что очень дохера сопротов тратится в этом данже. Ну, я в ДД без сопрота тут не дохла. У ДК сейв есть. Ну, у меня 40 хп было. Чё, может быть, трэш убьём? Давай пока до агрит трэш листим. А ты вхилишь? Стоп. Да. Алиса, твоя будет задача, когда наагришь кошку хорошо, вызываешь своих вот этих трупов и не взрываешь их. То есть агришь босса ЛП, 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 но чтобы вот эти вот трупы у тебя были. Зомби, чумные зомби. Как выживать в курсе? Не, ну два всегда будет, типа одного я могу. В курсе, да, как сделать так, чтобы шаманы не упали на ЛП? Жимки у нее нету. Одного паладина. Шамана, два паладина дадут бабу. Или что там? Ну, там магия, по-моему. Разберитесь с вихрями. Что делать будем? Вихрь, когда кастуют, бьет, если не ошибаюсь.
это не страшно. Смотри, как отбивать вихри будем. Становимся все в угол. Паладины дают яйцо свое. Делает вот так вот. Один паладин здесь становится, второй здесь. И отбивает вихри. То есть чуть-чуть с рейда выходит. Он проходит через боб, по-моему, нет? Ну, паладин. Ну, чтобы я... их не убило. Не бьет. Я за это говорю. Ладно, надо на шаманов, чтобы каждый паладин кинул длань жертвенности. Это капля, которая снижает дамаг на 20%. Вы можете это сделать? Смотри, я отъехал. Ты не... Кто кроме... Я знаю... Ой, повтори, что мы должны сделать? Сейчас что расскажу. Отъехал, это ты говоришь? Шреддер говорил. Шреддер, ты встаешь в кружок, когда будут вихри на 60%, даешь длань жертвенности по Император Шаму и жмешь бабл. Понял? Короче, на вихри не надо ставить никакие тотемы, потому что на тотемы согрутся вихри, и мы все сдадим. Да, поэтов тотемов все уберем. В углу тоже согрутся. Главное, два паладина станут пусть вот так вот, и оба дадут себе бабл, чтобы от вас отскочили вихри на танка. Шедер, понял? По Император Шаму даешь длань жертвенности, сам вешаешь на себя бабл и встаешь в круг. Валтер, ты слышишь? Слышишь? Угу. Делаешь то же самое, только кидаешь длань жертвенности на раздаваку и встаешь в треугольник и жмешь бабл. Все остальные... Так, отъехал, не знает тактику, правильно? Отъехал. Давайте расскажу. У босса есть 5 фаз. На первой фазе будет, он будет делать вихри. Нужно будет, от, ну, вихрь, как у вас. Отбегаешь от него, понял? То есть, как у Вары вихрь, нужно будет от него отбегать. Сам смотришь, отбегаешь. Больше тебе ничего не нужно знать. На второй просто он манекен, стоишь, бьешь. Когда будет 61%, где-то 62-61, по команде... Бежишь в крест, в угол, забиваешь вот в угол и даешь прожимку, когда скажут. Это третья фаза. Каждая фаза по 20%. На четвертой фазе... что там будет? Чего-то? Рысь, тоже манекен. Тебе скажут дать бомжей по команде. Дашь бомжей, бежишь босса, ничего сложного. На пятой фазе, на последней, он превращается в дракона, летает... И кидает столб огня. Вот как метка, видишь, как метка выглядит? Вот такой же столб огня, который с двух, с трех тычек шотает. Мы будем говорить... Да, в дракондера. Будем говорить либо мили-зона, либо никро-ДДшечка. Если мили-зона, значит нужно разбежаться. Понял? Если скажет кто-нибудь мили-зона, то нужно убежать. Все. Ничего сложного нет. А тут ДК юзают пэтов? Да, нет? Убирают потом пэтов. Ну, отъехал. Ты, у тебя пэт включен обычно? Вурдалак твой? Или ты его... Все, понял. Тогда я не трогаю его вообще. На рысе... А он умеет вызывать его, нет? Он и его, и бомжей умеет вызывать. Тогда на четвертой... Ну, говори. Он может вызвать его только на одну минуту. Но у него он не постоянный. А, ну отлично. Когда будет, короче, рысь, четвертая фаза после вихрей. А кто вихри водит? Я. Хорошо. Тогда скажешь, когда дать вурдалака. Ну, я скажу тебе. Алиса, смотри, главное, когда у медведя остается там сколько, 61%? Сначала дадут бомжей, и Микстур, когда отъехал, мне нужно просто агро набрать. Дня, слушай, когда танчишь медведя, остается 61%, взрываешь все свои трупы, которые у тебя появились. Они пропадут. И... Ну, чтобы не было такого, что вихри от них отбиваются. А, окей. Я думаю, ты поняла. Ты у нас там. К тому моменту я уже наберу огромное. Что делаем с опротом? Будем пить, нет? Может, ну не знаю. Я хочу попробовать без сопрота. Можешь первый трай без сопрота, да? Ну давайте без сопротов. У нас вечно
Но сейчас вихрь будет. Отбежали. Отъехал. Отбегает вихрь. Или слышишь ваншот? А почему отъехал 5000 ДПС? Ну ладно. Хватит ДПС у рейда, блядь. Забираем, забираем. Встали все под жопу босса. Сука. Ноль хита в хиле. Промах, промах. Уже лучше. Повторяю, Шреддер лайн жертвенности на император Шама. Пал там на раздавалку. Тотемы убираем, свои шаманы. Идем все в крест. Крест, крест, все пошли. РДД переводите, РДД добивайте. Император Шам, бей босса. Блин, они до завтра будут так переводить. Отходим. Давайте бабу. Ну, пиздец. Один вихрь у нас застрял. Видишь, прошло чуть-чуть, значит, не так стали. Так, смотри. Стойте, паладина. А можно я просто выбежу вперед вставать. И бахну его? Ну, все давай вихри так, бабли. Если ты сможешь, пожалуйста. Хотя попытаюсь. Вечно тут застреют какие-то у нас на постой. Падайте. Будет. Падай, давай. Я предлагаю вставать вам в одну точку, а не вот так вот там. Одни там сбоку, там паладины оттуда там. Между вами. Я пала спецом так поставил. Они летают вихри между палами и рейдом. Вставайте лучше в одну точку, как мы всегда вставали. Типа палы со всеми в одну точку или не чуть подальше, да, от рейда? Да, пусть тогда со всеми. Я сейчас попробую просто выбежать и сам отбить их. Никто не отбивается, они могут от тебя полететь к рейду. Надо стоять в одной точке.
Фу-фу-фу, у меня ДПС с этой серьгой вонючей. Есть джиз в кого? Дело в том, что вихрь после удара от кого-то летит в случайного игрока. Но не в этого же самого, с другого игрока летит. И когда вихрь, отлетев от вас, от вашей глыбы или бабла, полетел в танка, это лишь случайный выбор. Это не значит, что он всегда будет отбиваться от глыбы или от бабла в танка. Четыре вихря выбирают следующую цель, и это не значит, что все четыре вихря выберут танка. Они несколько раз выберут людей, которые стоят в рейде. Когда игрок стал целью вихря один раз или два раза, то потом велика вероятность, что вихри полетят в танка. Поэтому мы даем прожимку, чтобы стоять в одной точке. Если вставать треугольником, то вихри будут между вами отскакивать. Да, да, сейчас тогда будем в одну цель становиться, в один угол все. Отъехал, делай что-то с ДПСом. Нам надо от тебя хотя бы 7к. 7-8к. Это будет вообще шикарно. Алиса, у тебя спека Блада нету? Ну, типа, я могу пойти сейчас сделать. Ладно, не надо, без 10% будем. Тут энг есть. Да-да-да, энг есть, все шикарно. Кстати, говорят, аура паладина на броню и тотем, они не стакаются, точнее. Да, стакаются. Да, так что ставьте кто-то один из шаманов тотем на броню, а паладин... Вот знаете, о чем я сейчас думаю? Я думаю о том, как бы так красиво сделать, подойти к вам перед на вихрях и дать вам купол нахуй сюда. Ты можешь так и сделать. Хотя нет, ты не можешь. Ты ж водишь вихрь, если не водила там. Биться не надо. Да, не надо. В смысле не уходить? Кто там идет? Император, давай сюда быстрее. Мы никуда не уходим, ни от какого вихря. Что ты, о чем ты говоришь? Мы встаем все в крест. А, на первой... Нет, просто смотри, на первой фазе, если... А, от этого вихря, я подумал, от вихря, который на третьей фазе. Смотри, может случиться такое, то, что какой-то МДД получит вихрь, и потом сразу получит топор, который, этот клинок, и его шотнет сразу. Его шотает прямо автоматически. Не надо этого. Баф кидайте, бафайте, и поэтому мне бафните моего... Рыбу ешьте. Да, ассистка. Да. Или меточку на моего бомжа. Да. Я дал ассист. Че, не будем пить сапроты? Может, попьем? Ну, я пить не буду. Мне, в принципе, он не нужен. Ну, я думаю, паладина тоже, в принципе. Хотя... Я, короче, выпью, а то я сдохну. Вивка, просто понимаешь, легче с сопротами пережить вихри, чем без сопротов. Так, мы без сопротов можем травить 100 лет. Ну, никто не пил до этого сопрот. Паладина вы дали длань жертвенности на шаманов в тот раз? Mm-hmm. Yeah, все, да. Красавцы. Сейчас так же делайте. Отбегайте от вихря.
Отъехал, начал дамажить. Ну раздавака, ну пиздец. Ладно, он встал. Забафали. Отходим, отходим потихоньку. В угол все. Это тотемов убираем. Так, на Алисе. Шама есть стать? Или потом? Забафли шамана. Подходи сюда. Мы все капануем все эти на последней фазе. Угу. Это ДД? Ничего, пусть лежит. Опа. Вихри сагрелись. ДД мы поставили и все. Бейте так. Да ты гонишь 9%. Ну все уж. Подойдите нахуй. Вы когда кастуете, вам урон наносится. Это так, для справки. Это все хорошо. Алис, чуть больше держи радиус. Пожалуйста. Зачем БР? Випка. Мы теперь без БР и без вставалок. Кастуйте. Но... В босса Вик... кастуйте, у кого что есть. Полезная реализация по БР. Боссу. Вальтер, лужу кастуй. Так я в диване. А, все, пардон.
Раздавака. Ты когда, когда он сдох? На первой фазе? Угу. Усилки перебросил? Да, он его переброшил. Он не отошел от вихря. Ну, если тебя просто топор прилетел, то я тебя захилю. Я почему-то всех захиливаю, а тебя типа не захилю. Ну, твоя ошибка, значит. Отходите от вихря, теряйте свой ДПС, ничего страшного. Кинь на меня щит, я на первом вихре отходить не буду. Потому что я гаргу вызываю, а у меня буст теряется и теряется ДПС. Ок. По бомжу моему дайте, пожалуйста, каску паладина. За мной бегает. Красный такой. Хоть он красный. Прокачка в анхолике такая. О. Каску. Дайте по бомжу. Ладно, короче, давайте кубить. Бред ждать. О, дали. Нормально, он лицо ломает. Забирай. Давайте-ка под жопу. Ой, в крест, в крест, в крест, в угол, в угол, в угол, все. Тотем убираем. В угол все. Добивай в угол. Добивайтесь прям в угол. Отлично. Прохили меня, випка.
чуть-чуть больше радиус ходи. РДД сильно не бей. Там. Я уже понял с того утра. Бьем. Почему они вот на секунду бегут на вар? Уклоняйтесь от их ей. Босс кто-то бьет? Да. Все милики. Хилы живите. Виби, давай к нам в центр. Алиса, 41%. Забрала. Забрала, забрала. Ставьте тотемы, можете пэтов вызывать ДК. Первый не бомжей даем. Не бомжей, а пэтов. Герна? Нет. Нет. Отъехал, скажу, бомжей дашь. Зря. Алиса, давай бомжей. Я там лучше. Два процента. Так, РДДшники разошлись. Геро, давай. Милики ушли.
Бар есть? Не надо. На танки ушли. Все-таки БР может. Там Берса будет и БР кого-то. Випки ушел. Все. Добиваем. Бабл давите, добьем. Ага, когда два пала лежат. Один мертвый. Ну тогда добьем так. Не забьем. Так. Теперь вопрос, кто все под сапротами, да, кроме меня, Вайда и Шредера. Короче, здесь сапроты можно не пить, я могу сказать сразу. Ну, если бы на мне был бы сапрот, я бы выжил. Если бы бернули, когда я сказал, то мы бы убили. Это тоже, кстати, ну, я так говорил, что бы минута. Если бы вы от столбов огня отходили сразу и готовились, да, к появлению каждую секунду. И не надо БРов и никого. Надо смотреть в небо, не расслабляйтесь. 1% нахуй. Ничего. Сейчас резнемся и добьем. Что с вихрями? Я одного не пойму. Мы очень сильно теряем дамаг. С какими вихрями? Ну почему они от танка убежали? Может быть, потому что у нее там пет бегает. Какой? Ну какие-то петы там есть. Ну они появляются, когда я бью УП, но, блядь, я не бью УП, и перед фазой я их все взрываю. Может быть, ты близко к рейду бегаешь? Да ебать, я так далеко бегаю, что чуть ли в эти углы не врезаюсь. Ты что? Тотемы, может, шаманы вы не так ставили? Я не может знаю, быть, почему не второй надо раз. Ставить эти тотемы. Ну давайте вообще ничего не ставить. Ничего. Ни пэтов, ничего не ставят. Что это, блин, это бред. Второй раз срывается. Чего? Давайте бафы и бьем. Каску. Good boy.
фаза медведя сейчас будет. Сори, Шандор. Давайте в угол все тотем убираем. В угол, в угол. Темы пэтов ничего не ставим. Ну опять! Что за говно? Я не пойму вообще. Сразу падать? Да, давайте упадем, у нас ДПС опять. Дать хватит. Диван по кому-нибудь. Короче, возможно, это от Т4. Ладно, я не буду тогда бить этим ударом плети. Я не знаю, что это за бред. Серьезно, думаешь, это от сета? Ну, в прошлые разы, сколько раз я с Вайдом здесь был, у меня ни разу так пэты. Ну, не от сета, не знаю. Ну, попробую, им тогда бить не буду, какая разница. С Вайдом сколько раз убивали, у меня этого не было. Постоянно всегда бил так. Ладно. Ну, поди, Шадер. Лужу кастани. Может быть, потому что я анхолик, а вихрям не нравятся анхолики. Сейчас вообще какой-то мем был. Алиса нормально идет. И от нее просто пара вихрей отделяется и идет в рейд. Ну давайте ждать, пока она круг сделает. Не будем в центр подходить. Проблема. Если сейчас такой баг с этими вихрями, то давайте так сделаем. Шаман, зачем ты встаешь? Ты власть переключаешь на зеленую, да? Угу. Я в синий не успеваю. Так нет, вот именно, ты видишь, вихрь за ней бежит, и какой-то один срывается тупо в рейд. Я не пойму. Мне кажется, что просто криво кто-то бежит. Надо по краю бежать. Алиса, ну да, покажи. А я бегу вот так вот. Нет, возле... давай, показывай, как ты бежишь. Просто покажи мне. Так, сейчас, вот начинается все. Вот с этого что момента. Вот, ну, с давай. Этого момента. Отлично, все бежит немного.
Ну, так подожди, проблема вот тут с угла, вот тут. Ну, а ты прошлый рейд бежал... Смотри, прошлый рейд ты бежала вот так. И они просто через какой-то кастинг бежали, вроде зацепил, и на него не сагрился. Давайте подождем, пока она отведет. Давайте подождем, пока она вот здесь будет с фехлями, а где-то вот здесь. С другой стороны. Ну, я не говорю, что это с нее сорвали. Может, кто-то просто зацепил. Ладно, я не знаю, что вы придумаете, я вот так бегаю. Алиса, давай, Агра. Нормально бегаешь. У меня окно другое. Алиса, Агра. Помоги. Агри. Открылось другое окно, третье окно, и потом открылось Яндекс Алиса, я Сервак. Не, может сейчас отвиснут. Нет, не отвиснут. 1%, блядь. Если я отвисну, то это будет вайп, потому что по-любому я упаду за это. 1%. Пошли. Ну а что, идем хорошо, сейчас закончим за час до полтора, и отлично все будет. Да. Ну если это... наши, если наши любимые боссы сейчас. На серебре всех все вот это хорошо, оно заканчивается. Ну а вдруг нам сегодня повезет, Кирилл, как думаешь? Я бы на это надеюсь. Ладно, пойду курну. Я тоже пошел курну. Кулаки бафает. Ну, Слава, это ты что ли? Привет. Здорово. Все, заходи в целкаус, друзья, одно место. Да не, блин, я спать уже скоро. У вас тут чумка, лед, вещь. Нормально, рейд, в принципе, уже самое сложное прошло. Я там, как всегда, в своем репертуаре кикаю челиков с рейда, которые 20к дпс дают.
Ну что, 5 хилов идем? Да хрен его знает, сколько там. Вроде 5 дней, вроде ничего на ремонт. Вообще не. Ну, будете ремонт, короче, так пойдем нормально. Ребята, наушники сниму, пока что ничего не слышу, у меня пиздец уже вспотели уши, нахуй сидеть в них не могу. Трэш пока не активируй. Что-то сижу, смеюсь, у вас правила тут смешные. Ну, как на X1 были. И, типа, кукумаса, кукумарат. А это... 7 кбт с ковалькой. Вызывайте бомжей тут направо, звеняйте, кто-то ложку активируйте. Трэш, радость друида, да, дроль? Ну, давайте, варна босси, только физник потягает. Сейчас подойдем, будем бафы давать, сейчас мандры снем. Валя, Кингсгик туда в истерию. Хорош. Дайте каску пристам. Жесть. Тю, блин, по привычке рейнджу набрал. Забыл уже, когда в обычке был. Дайте крест по шаманам, пожалуйста, и каску магам. Крест он тотем поставит шаман. Потому что бомжовый крест, да. Не, просто я, у меня у самого паладин есть в двух спеках, бисовый. Да, Элрэй, пати. А кого убрать? Раздаваку?
Да, раздавай, говорит Лага. Да, давай, ББ, спасибо. Нужно, наверное, его посиманить. Плохо, без лока. Ну что, там уже заходит? Да.